Челябинске проходит косплей-фестиваль «Макон». Многие ждали его почти 3 года. И вот сегодня собрались более 1000 участников. География самого масштабного на Южном Урале мероприятия такого формата в этом году заметно расширилась. Среди гостей Челябинска участники из Москвы, Казани, Самары, Новосибирска и городов Урала. Многие спешили продемонстрировать свои уникальные образы героев из популярных сериалов, фильмов и игр, показать навыки вокала и танца. Участница Вики на сцене не в первый раз. На Макон она вместе со своей подругой Секрет приехала в образе антигероини вселенной DC Comics. Харли Квинн. Лучшая, несравненная Харли. Рёнай Блэмхани. Вы из Челябинска? Нет. А с какого города вы? Екатеринбург. Город бесов. Давно принимаете участие в подобных мероприятиях? Год плюс-минус. Победные места уже занимали? Ни разу. Чуть-чуть, кто же, где же? Ну, раза 3. На Летней Азии в прошлом году, на Гикфесте и на Анимеге. А вот этот чудо-молот сама собирала? Дерево. Понятно. А насколько на него ушло времени? Много. Много? В косплее ты сколько лет? Ну, свой первый образ я сделала летом 2020 года. Но потом его забросила и пришла только осенью 21-го или 22-го. Наверное, да. Я получается, с 14 лет, типа, закосы, а уже, получается, с прошлого года уже полноценные косплеи и выступления. Я прям перья-перья. А сколько на них? Ой, многовато. Ну, это не так, типа, это не так дорого, как лак. А вот по времени вот это вот все собирать? Наверное, не то, что прям полгода, но примерно где-то в таких вот рамках. Да, то есть постепенно, там, шить, там, покупать. В борьбе за победные места встречаются и те, у кого уже имеется 10-летний опыт в косплее. Челябинский Райден и Екатерина в дефиле тоже не одна. Вместе девушки продемонстрировали образ одного персонажа, представленного в 2 формах. Первое ваше посещение Макона в Челябинске или какие уже были на Маконе? Каждый Макон посещаю. А сколько ушло времени на создание вот такого сета? 3 месяца. Сами делали? Большую часть, да. Мне дядя помогал. Чтобы удивить не только судей, но и зрителей, некоторые участники решаются на создание образов существенных масштабов, поскольку креативность – один из пунктов, стоящих наряду с раскрытием характера выбранного персонажа. Большой такой. Сколько вообще? Сама делала? Конечно, я сама все костюмы делаю. А давно в косплее? Примерно с 2012 года. Слушай, а сколько он весит вообще по объему? Если честно, он очень легкий, максимум 3 килограмма. 3 килограмма, ничего себе. А как ты его привезла? Одна? Что? Одна привезла? А у меня есть друзья очень хорошие, которые мне в этом помогли. Понятно. Вот этот вот ягненок, он вообще уже был в каких-то... Нет, этот костюм сделан специально для Макона, так что еще не... Эксклюзив, да? Да. Понятно. Скажи, а как тебя на самом деле зовут? Алина. Алина, очень приятно, спасибо. Пока конкурсанты сражались на главной площадке Макона, в холле для гостей фестиваля организаторы развернули ярмарку различного мерча и массу активностей. На 2-м этаже желающих поставить на кон свою душу ждали темные азартные игры. Темная сторона пришла на вашу землю со стороны Тюмени, возможно, вы слышали. Это одна из модификаций всем известного Скайрима. Много уже сегодня потеряли свои души? Я пока что выхожу в плюс. Есть некоторые плуты, но мы с ними боремся. Много городов уже захватили? Пока что только Урфо. Непонятное сочетание букв, но я разбираюсь. Медиа-отдел Челябинского отделения НИТ. Специально для Макон.